Не могу понять, почему такое все темное. Или я ослепла? Не пойму. Снимаю новый влог, начинаю снимать. Но мне не нравится, что такое все темное. Только домой пришли, гуляли. Уже темно на улице. Не могу понять, почему такое все темное. Экран и яркость. В общем, это мы на концерт ходили, сумку. И сумки ничего не приложила. Сейчас мы с ней гулять ходили, это не дело, потому что в корзину коляски ложу, она гнется. Мнется, гнется. Поэтому, сынок, аккуратно, зайка. Да, мой сыночек, да, по спине меня дудух, 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 дудух. Надо переложить мою обычную эту сову. Я хожу в одних и тех же вещах, ну, гуляем во дворе, и, наверное, все думают, что я бомжиха. Детский мир зашла за питанием Захару, и взяли подгузники первый раз такие от Molfix, наверное, я правильно говорю, 58 штук, от 11 до 18 килограмм, пятерку мы берем. Вот, это мы первый раз взяли попробовать. Я видела эту рекламу в газетах, знаете, в брошюрках. Ну, сейчас столько подгузников, ну, это дешевый вариант. Сейчас столько подгузников, что мама, не горюй. Да, сынок? Как тут открывать? Вот показывает, что здесь. Будем все смотреть. У нас все уже заканчиваются. И подарки, что дарили. Подгузники. Так. Блин, что вы не говорите, что они такие пахучие. Да, от них пахнет как шампунем. Такие красочные. Ну, вот хамарас для нас такой размер. Опять эта херня, вот как в памперсах. Вот этот вот квадрат, да. Типа сюда писать. Пахнет шампунем. Это меня отталкивает. Мне не нравится, когда запахами. Значит, что больше покупать не будем. Фу. Питание, что там показывает? Питание, они в Африке питание. Господи. Дайте мне совет, как брать грудное вскармливание у ребенка, когда ребенок засыпает на груди, что делать, когда просыпается каждый час, полтора часа, ну, может, повезет, два там часа поспит, потом каждый час просыпается. Вот. Как? Первый раз взяла вот такой творог, я не знаю, детям в год. Можно, нет? Такой. Тему первый раз взяла. Первый раз взяла кефир. Попробуем. Овощной микс Хайнц. Фруктики с печеньем Хайнц. Фрутоняня, творожки. Ребенок уже забрал одну. Захар, неси сюда. Сынок, неси маме. Маме неси. Вот эти ни разу не брали, всегда я брала агушу, но на агушу как-то дорого было в детском мире, на эти дешевле были, поэтому их взяли. Такой часто берем, люблю смешанные, получается как салат. Из перекрестка, так как много места занимало, занимали подгузники. Неси сюда, Захар. Вот, покажем, что вот, так, вот такие ты любишь, вот. Еще. На. И это я себе сейчас чай взяла попить, гамбургер. Все. Помидорчики такого плана уже давно, вот в плане, чтобы не резать большие, кинуть в рот, такие нам нравятся. Ну, мне лично нравятся. Венскую взяла, была самая дешевая колбаса на завтрак. И огурцы. Это, ну, просто я больше уже не унесла.
Чё, Захар, там чайника нет? Доски нет. Кипит вот у нас чайник, вода. Вот он, кот сидит. Вспышка, да, всё-таки работает. Это гамбургер мама, да, купила себе. Ну, что ты его так кидаешь? Это же кушать надо. Колбаска. Колбаска. Ладно, давайте. Увидимся чуть позже. Мы по ночам, да, с тобой гуляем? Даже еще листики. Вот по ночам время-то. 6:00 вечера. Мой. Только зашли, сразу показываю, чтобы разбирать. Да, Брюс? Вот. Опять поставила чай пить. Зашли в магазин «Карапуз». Я за пижамой ходила. Питание там взяла. Ну, питание. И чисто за штанишками я ходила, потому что я знаю, что там вот что-то в пределах 200 рублей были одни штаны. Вот, вот эти вот такие. Это 86 размер, они нам большеваты. Ну, ничего, она вырастет. Что ты делаешь? Вот, вот эти штанишки от фирмы одежды для малышей Мелонс. О, Мелонс. Ну вот он, сейчас на нем одеты, на Захаре. Вот. Чтобы было. Дальше питание. Тыква-яблоко. Потом яблоко-банан. Неси сюда банку. Потом фруктовый салатик, фрутоняня, цветная капуста, кабачок. Я говорила, да, что я люблю смешанный салат со смородиной. Уронишь, буду ругаться. Не надо кидать. А что творит? Что творит, а? И там у тебя в руке что было? Это витаминный салатик. Неси, что там у тебя в ручке было? Укатилась. Куда? Так, хватит. На, вот эту возьми. Как в прошлом видео покупки с брокколи, кабачок. А, видите, тут две, сюда капуста. Коврики, полы мыла сегодня. Коврики вон стоят там. Так, и, значит, пижаму взяла, он раскрывается, начинаешь открывать, он просыпается, короче, дурдом, поэтому я взяла, это 86 размера, взяла пижаму, он такой с начесом теплую, то бишь, вот такая красивая, да, сыночек, мне тоже понравилось, сначала я его 80 размера взяла, потом так подумала, хай возьму. Это вот на то, что он раскроется, ну, все детки в этом возрасте раскрываются, чтобы его... Не накрывать, хай спит, так буду знать, что он не замерзнет. Стирать. Так, это перекресток. Пакет. Не собиралась в перекресток заходить. Думала сохранить 1000 рублей у меня в кошельке. Ну, ага, как всегда, не тут-то было. Вот, это газеты я беру обычно на лоток Брюсу. Коту так. Финики к чаю могу за раз съесть. Взяла вот такой эпика. Йогурт натуральный состав. Они мне понравились, в принципе. Первый раз взяла гранат с гранатом. Это красный апельсин. Потом сам эпика. Мне вообще понравились сок. Я вот второй раз наберу. Вы видели. Натуральный состав. Это манго я взяла попробовать. Но там кроме манго и апельсина больше ничего нету. Дав. У меня муж отказывается мыться гелями. Всю жизнь мылся. Тут он отказывается. Говорит, что долго смываются. Ну да, сейчас наше время там, время деньги, время на вес золота. В общем, взяла ему Dove, потому что Dove это, мне кажется, самое лучшее такое кремовое мыло. Взяла с огурцом. Так, боржоми взяла себе. И этот, вредность такую, как шаурму с курицей. Уж люблю, ну сейчас я буду ей ужинать. У нас сейчас что... Заранее, в общем, пока деньги на карточке были. Но заранее думаю, всегда меня трясет, когда приближается день рождения мужа. Вот. Теперь еще сыночка. Ну, сыночка, ладно, там от двух нас подарок можно пока дарить.
Ну, да и не пока, всегда, наверное. Кстати, постелили вот такой вот. У нас был, родители мои дарили, когда мы поженились. Постелили этот палас. Это палас, это не ковер. Ой, нет, фу, господи, это ковер. Да не палас, это ковер. Ну, когда вор, это такой мягкий. Ну, он хорошо, то, что небольшой, то есть, может быть, конечно, ну, я не люблю, когда ковры лежат. Потому что это полисборник. Сегодня сейчас полы мыла, я его задирала на диван. Так, ладно, вернемся. Тут гарантийный талон. Талон, модель. Компания Philips. Компания Philips. Увидела у Самвела Адамяна, блогера. Сейчас раскрою. Блин, воды пью. Блин, воды. Вот, слава богу. Там еще каким-то я купоном воспользовалась. Минус 300 рублей у меня получилось. Ну, это все ладно. Купоны, мупоны, акции. Это сегодня есть, завтра нету. Поэтому надо все равно всегда называть общую сумму. Значит, по-моему, М-видео Эльдорадо там есть. Но, по-моему, она стоит там дороже, чем на сайте Philips. Вот. Благородно все так хорошо. Сам пластик, блин, все так красиво. Как вы понимаете, это что-то типа триммера. Вот я вот эту взяла, она черная, да? А там была вот эта вот часть серая, она дороже. Ну что, за это херни только покупать. Еще там другая есть, вообще они по 5000. Вот это 2500. Вот. Не знаю, понравится моему, не понравится. Вдруг я забуду. Блин, такая классная, такая толстая. Вот бы моему папе тоже подарить. Здорово. Видите, она прорезинена там. Ну, снимаю, а выкладывать не выкладываю, потому что у меня не работает этот ноутбук. Ну, на бутылочку. Не купила. А вы заметили, что я переименовала канал? Теперь мой канал называется Пиндюлька же потом. Так и называю своего малыша, сына своего с рождения. Пиндюлечка я уже стала называть в роддоме. Ну, дома... Ай, кот меня кусает. В роддоме... Ой, дома уже он же потом стала называть. Так. Чайник. Фу, чайник пока поставила. Этот. Ребенок. Таскает. И ты понес, да? Все, ты понес. Ты это будешь есть? Можно подумать, ты такое ешь. А ну, возвращай маме назад. Захар, брюс, отстань от меня. Кот кусает за ноги, за руки. В общем, поставила этот. Даже, знаете, желания нет покупать чайник. Он играть пришел. Ой, давай сюда. Нехрен играть. 70 рублей. Там какая-то была 73, какая-то 50 чем-то вот из этих. Вот это, по-моему, 70 чем-то. Потемнее, которое. Давай, мама все поубирает. Идем сейчас с Эдемом чай попью. Ладушки, ладушки, скажи. Ладушки, ладушки, ладушки. Захар! Что ты толкаешься? На-н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 а-
Лежит вот такой вот обтернет. Как они? Забыла название. Хлебцы, вот. Хлебцы. Не могу их доесть, потому что они кукурузно-рисовые. Что за грохот?
Брюс, ты чё? Берет об коляску, трется, вот. И коляска духает об входную дверь. Вообще инфаркт случился. Вводит к концу вот такая вот кашка. Лакомая, видите? Вот он, там уже совсем чуть-чуть осталось. На одну порцию ему уже мало будет. И еще у меня есть вот такая. А, ну я же показывала. Или не показывала, что я ее купила. Показывала же перед сном. Вот эту. Ну, прям воняет липой. Будь здоров. Печенье у нас плохо ест. Да, простите, не ест. Все, отходи, Зося. Парк, ждали, ждали, папа. Ждали, ждали. А он поехал по делам, что-то там, что там, я терпеть не могу. Это вот такая ситуация. Терпеть не могу. Видно меня? Скоро Новый год. Кто-нибудь его ждет. Кстати, я жду 18-й год, хочу, чтобы быстрее закончился 17-й год. Я так в жизни никогда не хотела, чтобы быстрее прошел год. Ну, конечно, в 17-м году у нас умер папа мужа. И он будет всегда ассоциироваться этот год, потому что он забрал у нас человека, да? Матушки, ладушки. Вот от нюк. Такая нюк. Была вот, она, видите, он повытаскивал эту сумку, короче. Здесь с нее он пьет чай. Муж пришел. Давайте на кипяток. Обезьяна. Ну, конечно. А я твой зато ноутбук привез. И что мне с что этого? С этого? Зато нам ничего с этого. Почему? Почему? Ну, потому что договариваться он надо уметь. Мы уже в магазин. Мы только домой зашли. Мы уже в магазин пошли. Кто мне сказал, если бы я знал, что вы еще на улице, я бы быстрее бы приехал. Потому что надо говорить, быстрее ехать. Мы собирались в детский мир, да, ты торопишься домой. Да, Захарчик? Сынок, когда ты уже будешь что-то говорить? Понимаешь, очень тяжело коляску поднимать, еле заперла. Через прямую трансляцию. Да-да-да. Да ладно, это видео. Какая разница? Я ничего удалять не буду. Люди... Зося, а ты купил то, что я тебя просил? Нет. А что? А что раздеваешься тогда? Сейчас туда пойду. Я ж тоже ж не купила. Потому что я тебе уже написала. Буду, окна запотели. Что забуду? Что надо снять? В общем, я обжарила этот. Посолила печенку. У меня другой тары нету. Вот. Ну да. Еще мечтаю купить стеклянную для духовки. Вот. Вот сюда их заложила, они уже подсоленные. Сильно не обжаренные, чтобы не было как жареная курица. Сейчас берем сливки. Сливки вот. И вот. И заливаем.
впритык. Вот, сливочки. Красота, красота. Макароны отварила, но так как буду их со свалуки лук обжаривать и морковку с болгарским перцем, я подумала, что вот еще поставила воду еще вариться. Ну, то есть доварю в пакетике, что есть, что осталось. Все, духовка уже включена, сейчас это отправлю в духовку. Правда, рецепт я не смотрела, у меня не получается на это времени. Сейчас от себя буду делать. Ну и, соответственно, буду сама уже готовить. Ну, думаю, 20-30 минут. Ребенка буду кормить, это у нас брокколи, кабачок. Вот так вот выглядит. Такие печень куриная в сливках. В следующий раз, наверное, попробую прям еще с луком. Ну, лук обжарю. Вкусно очень. Не знаю, можно слить, конечно, вот сок. Это макароны. Люблю, когда макароны вот так. Ну, не просто, но это... Так, я сейчас погрею воду, чай пить. Что, кошка? Нашли. Вот, и этот. Ходила я, ездили мы, я записывалась 3 недели назад, ну, одному из лучших врачей, ну, города, гастроэнтерологу, ну, так вроде, вот, фамилия, по-моему, Садовничья, в Ставрополе. Грудное вскармливание у меня до сих пор, и, конечно, не разгуляешься с лечением, куда это-то, да, дело, бумажку. В общем, прием стоит 1000 рублей. Вот. Вот. Желчь густая, надо желчь лечить. Заключение. Заключение. Вот 3 этапа лечения. Первый этап — фитомуцил. Его мне можно. Она выписала, я купила. Какой он дорогой, капец. Вот этот препарат. И стоит он 454 рубля. Гляньте, это же дорого. Ну как? Их же не один таких препарат. Вот. Даже не знаю. Тут есть Форте, Slim Smart, Холестинорм. А, снижение холестерина. В общем, мне она выписала норм. В общем, вот это выписала. Значит, как она объяснила, что у меня желчь попадает в желудок, она туда не должна попадать, обжигает желудок. Еще и рефлюкс происходит этой желчью. И, в общем, якобы он должен будет собирать этот желчь. Иначе может вызвать язвы. Другая же врачиха антациды выписала. Малокс, Рени, Алмагель. Ну, все вот эти. В общем, не могу открыть пакет. Такие пакетики. Почти 500 рублей. Дальше что-то, дальше я себе купила манурал. Манурал тоже дорогой. Что-то. Нету цены, но очень дорого. Намипразол. Она почему-то сказала, не покупай мипразол, купи артанол. У меня информация такая, что везде действующее вещество, как и в Амезе, и разницы никакой. Но вот она меня убедила, сказала, возьми вот это, якобы он лучше. 123 рубля, это недорого, как бы, ну, по сравнению с этим. Вот таких вот штуках. Утром один раз пить. При грудном вскармливании можно. Это я купила то, что можно при грудном вскармливании. Например, еще нужно ганатон и тамет. Его уже нельзя, только после грудного вскармливания. И так далее. Бускапан
тоже, когда бросишь грудью, и там другие препараты. Так, это пятерочка. Здесь пятерочку. Карточку дали. У меня уже одна такая у нас есть. Это регистрировать. Ребенку взяла кашку. Вот она. Такая вот. Яблоко, банан, земляника. Мне одно кажется, что вот это вот удобнее, чем в коробках. В коробках у меня как-то все рассыпается, на пол падает по всей кухне. А здесь в херак вот так вот закрыл, нажал, и оно удобнее. Колбаса чесночная. Вот. Все, питание, чернослив. Вот они, питание. Пошли на такие, такие бюджетные. Фрутоняна. Бабушкина лукошка. Вот они. Дальше майонез. Укроп. Гречка. Киндер. Что с ним? Что он такой? Какой-то грязный кому-то. Или это рисунок? А, это вот это рисунок по ёжику. В общем, такое взяла. Киндер шоколад. И взяла от Милфорд. Я уже покупала вот там этой фирмы, только там был сбор трав в Перекрестке. Вы же видели, да? И мне посоветовали еще чай просто ромашковый пить, не без кофеина, без чая, просто, ну, то есть траву ромашковую. Но если в аптеке покупать именно травку, то ее приторно пить. Я не знаю, что, в чем загвоздка у этой фирмы, но пить можно приятно. Поэтому я взяла у них. Надеюсь, что они нас не обманут. Да? Надеюсь, что не обманут. Вообще здесь только ромашка. Вот эти желудки. Все. На этом все. Колбасу нельзя мне. А как отказаться, когда ты завтракаешь? Колбаса до сыра. Ну, потом мужу как бы... Вот такая вот фигня. Еще я записалась к аллергологу. Хочу взять пробы на убистезин. Это анестетик. А также как лидокаин. На лидокаин аллергия, вы знаете. Беременная я сдавала пробы. На новокаин аллергия. Бочиностеит. Можно еще... Как он? Там забыла название. В общем, записалась. Прием стоит 800 рублей. Это, ну, дорого это. Да. Так я в больницу ходила, потому что утром встали и пошли, и поехали. Пока доедешь, пока ребенка соберешь. Я даже толком не завтракала. Толком не завтракала. Один пакетик тоже около 500 рублей мандала. Интересно, в составе. Кстати, можно пока вот омепразол выпить. В принципе, когда утро пройдет. Пройдет. Ладно, давайте я пойду. Этот. Ногами телефон. Значит, Лореаль взяла вот такой крем. Что делать с тем, когда не пользуешься кремами? Так, Захар, ты зачем ломаешь? Вот. Хочу вас спросить по поводу этот, трансляции. Теперь уже на YouTube, а не на, а не в Instagram. Что вода льется в батареях. Надеюсь, они их не будут отключать, когда на улице минус 1 градус. Вот. Хотела у вас спросить, да.
Хочу попробовать провести трансляцию, но на Ютубе. Инстаграм как-то не хочется. Лежит вот такой вот целый, как видите, совершенно. Нормальная смешанная кожа. L'Oréal. Люблю тяжелые там стеклянные баночки. Это как-то попахивает добром. Добротностью. Вот. Прыщик. Прыщик. А волосы, которые падли висят, это то, что отросло, отрастает. То, что выпало за полгода после родов, после беременности, видите? А это вот оно отрастает. Вот. То есть, в принципе, волосы, вот, смотрите. Волосы растут быстро. Здесь вообще, вот, смотрите. Ты все рушишь? Кошка, как кот смотрит, кошка. Так что давайте, напишите мне по поводу трансляции. Можно будет, если попрет, так почаще делать. Может быть, каждый день. Как вам такая идея? Ну, каждый день она будет неинтересна, но так-то не очень. Давайте я буду с вами прощаться. Если как-нибудь, если что, увидимся в следующем блоге. Блоги. Что такое блог? Чем они отличаются?